Привлечение иностранных инвестиций станет главной задачей Министерства коммерции КНР в наступающем 2017 году. Об этом стало известно после ведомственного совещания по итогам года. Для выполнения поставленной задачи иностранным инвесторам откроют доступ к новым секторам экономики. Планируется увеличить долю иностранного капитала в производствах с высокой добавленной стоимостью. Зарубежные инвесторы также должны сыграть ключевую роль в развитии современной индустрии услуг. Правительство готово усовершенствовать систему управления иностранными инвестициями и ускорить разработку соответствующей законодательной базы. Китай также будет стимулировать приток капитала в западные и центральные регионы страны. Делать это предполагается с помощью зон свободной торговли. В 2016-м созданы 7 новых ЗСТ, их опыт признан успешным. Инвесторы могли почувствовать резкие изменения в условиях ведения бизнеса в зонах свободной торговли. В 2017 году мы намерены распространять этот опыт по всей стране. Мы разработаем проекты новых ЗСТ, которые откроют рынки западных, центральных и северо-восточных регионов Китая.